Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет видео о закупке продуктов с магазина Лента. Сегодня 7 число, но я уже загружу это видео 8 числа, поэтому мне очень хочется поздравить вас с праздником 8 марта, пожелать вам счастья, любви, здоровья самое главное. И, конечно же, я хочу вам, каждый из вас, пожелать, чтобы вы любили себя. И если вы будете любить себя, то вас полюбят и другие, потому что будет просто без вариантов. А также хочу пожелать вам, чтобы все ваши мечты, даже самые-самые какие-то сокровенные, самые, может быть, какие-то странные на первый взгляд, обязательно сбывались. Почаще улыбайтесь. Весна, скоро лето, замечательный период. Так что, девочки, с 8 марта вас поздравляю с этим замечательным праздником. Пусть мужчины вас балуют не только в этот день. Ну, а сейчас я вам покажу свои покупки. Перед 8 марта как раз много ничего я такого особого не покупала, но в Ленте очень много мужчин, и это не может не радовать, честное слово. Они скупают различные тортики, пирожные, шоколадки, там всякое такое. Очень, на самом деле, приятно на это смотреть в суматохе, с какими-то списками. Ну, это очень-очень приятно на это смотреть. И также в Ленте 7 числа проходила скидка на все торты и пирожные. Ну, я взяла совсем-совсем чуть-чуть, дабы не расслабляться. В общем, давайте покажу покупки. И вот такая вот у меня, как всегда, на весь стол закупка. Чек я покажу в конце видео. Ну, давайте начнем отсюда с мяса. Это я купила шкуру на каши собаки, 3 упаковки. Дальше были со скидкой вот такие пельмени. Взяла тоже 2 упаковки в морозильник, брошу на всякий случай. Потом куриные ножки, 2 упаковочки взяла. Фарш домашний, тоже 2 упаковки, он нравится моей маме. И здесь у меня упаковка куриных грудок. Дальше вот здесь вот я взяла окорок свиной. Кусочек такой достаточно хороший. Вот. А здесь была со скидкой горбуша. Ну, такой маленький нам на троих на ужин. У меня дети не едят рыбу, поэтому как раз вот по 199 рублей. Вот на 120 рублей почти на килограмм. Так, дальше сосиски. Колбаску вот такую микояновскую взяла. Здесь сыр российский. Ну, я всегда один и тот же беру. Мне кажется, у меня вообще закупки одинаковые практически всегда. И голландский. Дальше взяла хлеб вот такой бородинский, лентовский, попробуем, дарницкий от марки Каравай, вот такой молочный от Хлебного дома, и вот этот ладушкин Делён. Девочки, я вас, наверное, ввела в заблуждение, вообще, когда мужу сказала, что многие из вас не могут найти вот эту марку Ладушкин в своей Ленте, он мне говорит, это что, это же Ладушкин делает наш питерский завод. Так что многие, наверное, здесь вещи, в том числе и Лента, тоже делает на нашем, на питерском заводе, так что качество хлеба, булки может отличаться в разных городах. Поэтому, да, имейте это в виду. И Ладушкин, он вот это питерское наше производство. Дальше взяла масло, наше любимое Вкуснотеево. И там была скидка, не помню, 50 или 30% на всякие торты, пирожные. Ну, торт я не стала брать, 8 марта все-таки. Я решила взять вот всякие разные пироженки. Вот севера вот такие вкусные. Вот такие меня любят. И вот такие. Ну, чисто на один разочек попить чай. Нам всем хватит, одним словом. То есть, видите, я даже, ну, как бы покупаю немножко. Скушали, побаловались и хватит. Дальше молоко. Купила также шампанское. Вот такое воском. Мне, кстати, оно нравится. И оно достаточно недорогое. Активия вот такая натуральная, актуаль лимонная, очень любят у меня ее дети. Взяла 2 упаковки, маме взяла ряженку вот такую Вкуснотеево. Так,
Дальше я взяла творог пискаревский, как обычно, 4 упаковочки, очень мы его любим. 10% сметана и простоквашина, снова новинка. Это вот такая десертная сметана с клубникой. То есть ее можно к творогу, ее можно к блинам. Там была с клубникой и с черникой. Это тоже вкусная новинка. Вообще простоквашина, конечно, молодцы. Радуют всякими вот такими вкусными вещами. Мне кажется, это классно. Ну, в общем, попробуем. У меня, кстати, дети не едят йогурт. Вот, ну, обычный такой, да. Даже домашний, который сам приготовил, тем более они не будут есть. А вот это вот, мне кажется, не знаю. Ну, дам им попробовать, может быть, понравится. Так, и здесь у меня овощи и фрукты. Значит, взяла капусту, это новый урожай. Вот ее цена. Дальше взяла вот такие мандаринки по 60, ну, считайте, 60 рублей. Яблочки вот эти. Нам очень понравились, кстати, очень вкусные. Бананы немножко, веточку. Груши. Конференц по 129 рублей. 2 перчика. Мы его едим просто так. То есть я нарезаю и просто кушаем. Дальше вот такие помидоры взяла. И вот такие черри тоже любим. Это какие-то сливовидные. Это сливовидные черри. Еще взяла огурцы, но мне их не пробили на кассе. Там что-то со штрих-кодом было. Так что без огурцов в этот раз. Здесь у меня картошка. Немножко морковки и лук репчатый. Дальше здесь 30 яиц лентовские беру. Пакетики котам. Для собаки я взяла еще вот такие баночки. Мама иногда смешивает с кашей, когда кашу не из чего варить, можно так сказать. И соки. Яблоко, вишня, мультифрукт и просто яблочный. Так что вот такие вот у нас были, у меня были покупки. Сейчас открыла вот эту сметану десертную с клубникой. Самой стало интересно, очень вкусно, как йогурт, только посмотрите, какая она густая, прям вообще. Смотрите, какой класс. Очень советую вам, если увидите, обязательно попробуйте. Правда, многие из вас пишут мне, что нету таких новинок, которые я показываю. Но в любом случае появится, наверное, так что имейте в виду, очень вкусная, ароматная, такая, знаете, нехимозная. И сразу покажу вам состав, кому интересно, прочитайте: сливки, фруктовый наполнитель, заквасочные микроорганизмы. То есть, в принципе, по составу очень даже, по мне, так неплохо. Так что вот такая вот. Обязательно увидите, обязательно попробуйте. Там еще есть с черникой вкус. И вот чек. Стараюсь помедленнее и так, чтобы было видно. Вот, видите, сметана простоквашина, которая с клубникой, 67 рублей стоит. Итого сумма у меня получилась 6400 рублей. Мне кажется, неплохо. Я за это очень сильно люблю ленту. Скидка составила почти 2000, 1800 рублей. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Еще раз поздравляю вас с 8 марта. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч!